Пару дней назад я подарил своей жене машину. Знакомься, это твоя, наша новая тачка. Вот жена, а где-то там машина. Дело в том, что мы прямо сейчас ее заберем. Правда, не будем на ней ездить, но об этом чуть позже. И отдадим мою старенькую. Да, так начинается новая история. Но обо всем и по порядку. Ты ее видишь? Вижу. Ты готова увидеть малышку в чистоте? Готова. Давай, на счет 3, 2, 1. Теперь в нашей семье будет эта красотка. Но я сказал то, что мы не будем на ней ездить сейчас целую неделю, потому что мы будем менять ее цвет. Короче, пакуемся. О, забыл! Мы же сейчас будем прощаться с твоей машиной и перекладывать вещи в эту. Короче, сейчас будет еще минутка грусти. А потом мы отправляемся к ребятам в Advanced Star. Я у них оклеивал свою первую машину, 440-ю. Они сделали все офигительно. И вот сейчас мы будем оклеивать новую машину. Ну, как я говорю всегда, обо всем и по порядку. Малышка моя. Пока, малышка. А зайку вон того ты заберешь? Конечно, заберу. Убира. Ты там что, плачешь просто в машине своей? Да нет, я собираюсь, Андрей. Понятно, понятно. Капец, мы хламушники. Но с другой стороны, это была машина Риты. Так. Я не удивлен. В смысле? Мы вообще-то... Чистота и порядок несовместим. В смысле? Мы вообще-то бизнес на этой машине делали. Ну, в смысле, она помогала. Бизнес, мы потратили все бабки. Купили машину, и бабок теперь нет вообще. Ну все, понесли это в машину. На самом деле очень грустно с ней прощаться. 5 лет я на ней ездила, моя первая машинка. Ну ладно. Ну ты рада? Да. Ну это жалко. Надеюсь, что она попадет в хорошие руки. До сих пор не поверила, что она больше не моя. Ну сейчас веришь? Нет. А сейчас? Нет. А сейчас? Нет. Да блин. А сейчас? Нет. Ну где-нибудь, когда-нибудь, может быть, ты ее увидишь на дорогах. Больше тебя. Я сейчас-то мою продал. Тебе вообще не грустно. Мне грустно. Я отношусь к этому как к транспорту. Да, он твой, он любимый. Ты им за ним ухаживаешь и следишь. Но это транспорт. Телефоны мы тоже меняем, роняем, чиним. Это железо. И когда я ее продал, я забрал эту душинку и теперь сюда ее. Вот. Это теперь наша машина. Машина Риты, моя, Риты, наша. Е-е-е. Так, она чуть-чуть прогреется, буквально 20 секунд. И можно выезжать. Я очень боюсь. В добрый путь. Я не могу, она так волнуется, так мило и так забавно, и так страшно мне. Ужас, нервничаю. Такое ощущение, что впервые за руль села. Да, если вы. Но мне нравится. Мое первое наблюдение, она мягче, чем моя. Можно включить музыку, но не сейчас. О боже! Как ты переживаешь? Да по парктронику я уже давно по стене еду. Ну и хорошо, так и думай. Фуф, доехали, и то прекрасно. Привет! Здорово. Давно не виделись, 3 года. И, собственно, я вам тут привез новую малышку на оклейку. Честно говоря, цвет нам не очень нравится. Тебе нравится белый цвет? Не очень. Мне тоже, а тебе? Ну, на любителя. Можно изменить, можем сделать матовый. Не. Цвет-то не изменится. Хочется, чтобы чем-нибудь нас удивили сейчас. Я думаю, что смогу. Сейчас принесу каталог, вам покажу. А я, ребят, вам расскажу Advanced Star, что это такое. Это ребята, у которых я 3 года назад оклеивал свою 4-ку. Они очень все клево, качественно сделали. Я вот поэтому возвращаюсь к ним. Ну, надеюсь, то, что за это упоминание будет какая-то скидка. Она же будет. Будет. Нам постоянным клиентам, друзьям всегда скидка. Кайф, так что приезжайте, говорите, что от меня, и, возможно, вам тоже сделают скидочку. Вот, а мы тем временем, вот я вижу каталог у тебя да, в руках. Наша пленка, стек, есть обычный стандарт. Это белая? Нет. Давай белый, поклеим белую. Нет, это прозрачная защитная пленка. Вот я тупой.
чтобы остался родной цвет, но получили защиту. Но прошло 3 года, и появились крутые цветные пленки, которые... дают новую жизнь машине. Да, да, но при этом они еще и защищают. То есть это не просто эстетика. Да, кстати, виниловая пленка вообще не защищает. Полиуретан защитит ее, возможно, от легкого ДТП. Покажу чуть позже. Сейчас выбираем пленку. Ну вот смотри. Желтая! Но я не хочу настолько яркий. Появился вот такой крутой пурпурный цвет. Прикольный цвет, мне прям нравится. Да, красивый. Слушай, а мы можем взять кусочек и наклеить на машину, да, посмотреть, как он. Да! Так давайте приступим. Реально, на свету она прям очень круто выглядит. Прям такая, прям фиолетовая выходит. Красивая, но она мне немного напоминает мою старую машину. Есть черная глянцевая, черная матовая. Ну не. Ну тоже красная. О, не, не очень. И еще, кстати, очень крутой цвет, но он реально сейчас популярный. За ним гоняются, это Нарда Грей. Нарда! Обожаю серый. Полиуретановая пленка Нарда! Клим! Ну, в смысле, образец. И сравниваем с этим. Эй, прикольно. Нет, цвет крутой. Прям очень клевый. Блин. Скажу так, фиолетовая круто. Она прям выглядит благородной. Мне, кстати, очень нравится, как фиолетовый сочетается с Эриум Грей. Да. Прям клевое сочетание, такое бронзовое. Вот этот вообще с этим не сочетается. Надо будет в черный красить. Пишите снизу, какой бы цвет выбрали вы. Фиолетовый или серый? Как сложно. Фиолетовый или серый Нарда? Хочу пойти на рисковый шаг с твоего согласия. Давай доверим мнение экспертам. Advanced Star, 10 лет люди на рынке, и они, мне кажется, шарят в пленках и на трешку уж подберут самый идеальный цвет. Что думаешь? Ну ладно. И я правда сейчас, это не какая-то постанова, мы реально... Да, реально, тогда нет. Не, ну давай доверим, давай доверим. Нет. Почему нет? Тебе и то, и то нравится. Ну да. Ну вот и все, ты не можешь определиться, я не могу определиться, доверяем? Да ты просто ответственность перекладываешь. Да, я обожаю это делать. Я знаю. Думаю, будет клево, но остался один вопрос. Примерно через сколько дней мы заберем нашу малышку в новом цвете? Примерно через неделю. Ты рада, что целую неделю еще ждать машину? Очень. На самом деле у меня для тебя есть еще один маленький сюрприз, чтобы ты ждала радостно и была еще прекраснее, чем ты есть. Закрой глаза, не открывай, следи, чтобы она не открывала глаза. Так, ну и что это может быть? Открывай. Вау, спасибо. Самое забавное, что купил я его 3 недели назад и ждал именно What? Этого момента, чтобы... Серьезно? То есть да. Я 3 недели могла пользоваться им? Мужчины. Я хотел смягчить эффект ожидания, который предстоит нам еще с машины целую неделю. Короче, ты счастлива? Да. Ну и хорошо. Меньше слов, больше дел. Доверяем цвет машины Advanced Star. Друзья, прошло 2 недели с того момента, как мы отдали машину на оклейку. И сейчас нам позвонили и сказали, что она готова. Ура! Мы так долго ждали этого момента, наконец-то он настал. И сейчас увидим, в какой же цвет ребята выбрали оклеить нашу новую тачку. Давай смотреть в сторону, чтобы у нас эффект эмоций был как бы неожиданно. Да, давай вниз и прикрывать. О, это, конечно, Паша, да? Здравствуйте. А нам понравится результат? Я не знаю. В смысле не знаешь? Какого фига? Ну, если что, не понравится, себе заберу. Нет, я еще не смотрю, ты тоже не смотри. Куда они смотрят? Готовы? Да. Раз, два, три. Вау. Офигеть. Спасибо. Офигеть. Раз, два, три. Мы даже не старались. Блин, она очень круто выглядит. Ручки черные. Это очень стильно выглядит. Вау, она... Ой, карбоновый спойлер. Как круто. А задняя притонирована? Да. Она безумно крутая. Ну давай, честно. Колеса надо менять. Сюда явно просятся черные колеса. Прям вот... Черные. Ребята, я думаю, что сейчас самое время. Я еще не знаю, какие колеса мы поставим, мы их не выбирали. Но за время монтажа я 100% подберу какие-то колеса, и они появятся здесь, здесь, здесь. Какой вариант вам нравится больше всего? Пишите снизу в комментариях.
Ну а мы сейчас будем пребывать дальше в шоке. О, они защищены в пленку. Да, то есть эти вещи мы тоже защитили. Офигеть, ребята, теперь вы понимаете, почему я обратился именно в Advanced Star. Стоечки тоже вот эти все поклеены, чтобы не царапаться, потому что... Стойки даже. У всех привычка вот так машину закрывать, и она на все нацарапывается. Ногтями. Да-да-да. Ногтями. Мне ребята сделали просто скидку, я плачу за вот эту работу, и это моя рекомендация, почему Advanced Star. Потому что вы видите, почему они сделали все супер качественно. Они сразу сказали, срок будет большой, ни день, ни два, ни три. Тут дело не на время, тут дело на качество. Они это делали, 2 недели мы ждали. Да, это не очень комфортно. Рита каждый вечер мне говорила, когда наша машина будет наша. Плюс ко всему, помимо качества, у Advanced Star офигенная пленка стек. У вас же есть кусочек пленки какой-нибудь, чтобы показать, насколько она прочная и почему именно полиуретан нужно клеить, а не винил и все остальное? Смотри, ножик, он может сымитировать ключ очень такой, достаточно металлический. А, ну да, да. Ну, вот смотри. Это как у меня, да, пленка? Это пленка как у тебя, да. То есть держи одной рукой. Так, вот, я держу. Да, ребят, это абсолютно такая же пленка, как на машине. Вот я ее держу. Подрастянем чуть-чуть и будем сильно-сильно-сильно-сильно-сильно давить. И видишь, фига сколько усилий она потребовала. А попробуй порезать ее. Не очень сильно, между прочим. Как будто, представь, давай имитируем камень, как будто камень прилетел. Вот, смотри, как будто там ключом тебе царапают машину, да, металлической поверхностью. Вот мы проводим очень сильно, ну и ты видишь, пленка остается целая, она не рвется. А если царапины небольшие, они самовосстанавливаются. Да. Технологии. Офигеть. Короче, это именно вот стек. А есть вообще какая-то альтернатива такой пленки на рынке? Ну, цветной полиуретан, можно сказать, стек-законодатель и цветного полиуретана. И по качеству пока что в топе. Ребята, вы поняли, почему именно Advanced Star, почему ребята, почему столько много времени? Потому что результат. Я вам очень сильно рекомендую. И, кстати, скидка какая-нибудь будет моим подписчикам? Конечно, будет. Какая? Ну, что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. Подарочки, скидочки. Свои... Ну, минимум 10% сделаем. Не обидеть. Друзья, вас не обидеть здесь. Поэтому рекомендую Advanced Star. Все ссылки снизу. Переходите. А сейчас, кстати, я еще хочу, знаете, что показать. Как они защитили салон. Я попросил ребят не отклеивать вот эту пленочку. Потому что я хочу испытать оргазм новой машины. Сейчас я ее с кайфом отодру и наклею новую. О, как это божественно. Ну а теперь, как я понимаю, ты защитишь экранчик вот в эту пленку. И теперь экран будет в безопасности от ритиных ноготочков. Отдираем защитный слой и аккуратненько приклеиваем. Аккуратненько! О, да! Убираем лишние пузырики, и все, ваш экран защищен. Кстати, весь имперформанс, например, карбоновый спойлер или диффузор с этими черными накладками, я заказал у своих друзей. Я тоже оставлю снизу ссылку. У них супер офигенные цены, ниже, чем у дилера, с любыми скидками. Берите у них и кайфуйте. Кстати, они гарантию даже дают, потому что это, опять же, от официального производителя, так сказать. Я еще купил черную решетку, сплиттер и вот эти клыки. Спасибо большое Жене за то, что достал все эти детали, и я хочу вас благодарить, поэтому, если вы хотите заказать, заказывайте у него, ссылка снизу. А если вы хотите мои детали Цериум Грей, пишите мне в директ, продам. А, эмоции переполняют. Ребят, нам очень нравится машина. Нравится? Очень. Мне тоже. Надеюсь, и вам. Пишите свое мнение снизу. И еще раз спасибо большое ребятам из Advanced Star. Они сделали реально огромнейшую работу с невероятной ювелирной точностью и аккуратностью. Просто хочу вам пожать руку. Спасибо большое. Буду к вам не раз еще обращаться. Надеюсь, что мои зрители тоже будут к вам обращаться. Поэтому, зрители, не подведите меня и обращайтесь к ребятам. Всем хорошего дня и пока! Что? Какие вы милые! Так и живем! Hello, ninja, tú sabes quién es, junto con Tommy, el único aquí directamente desde el estado debajo del sol, tenemos la sangre caliente.